Привет всем. Так, ворота пока на прихватках. Так что где-то что-то недоварено, недочищено. Пока вот так выставлял, все по месту варил. Значит, получается у нас ширина между столбами 3,51. То есть половинки по 1,75 м, между ними сантиметр. Значит, высота 1,80 м самих воротин, от земли, значит, 1,97 м, но тут непонятно, как насыпано пока еще, но, грубо говоря, вот прям от материка, тут дорога, она чуть выше материка, в общем, если от насыпной, то есть не насыпной, а как было над уровнем моря 2 метра. Значит, что варил по месту. Сначала я показывал, как сварил столбы, выставил все. Практически у меня разница по горизонту получилась в 3 миллиметра. А между столбами вверх и низ в 1 миллиметр. Ну, круто я выставил. Но очень нудно, очень, конечно, блин. Тяжко все выставлять. Ну, теперь что, сварил сначала правую. Но я говорю, все еще на прихватках, еще не проварено. А правую, это если смотреть из дома, то есть вот эту левую. Столбы сошлись, потому что хоть они и сотки, но тройки. Поэтому потянуло пока что. Вес у них, это же шестьдесятка. Как оказалось, стенка 2,8, не тройка. Но, может, на складе не знали, их тоже обманули. Но нормально все равно. Получается в метре 5 килограмм. То есть вот это вот левая из четырех палок весит 35 килограмм. Вот эти где-то, грубо говоря, 50 килограмм. Ну, не так уж и много. Но зато... Ну, сейчас я их попытаюсь. Зато... Без всяких укосин, без всего, очень, ну, столб играет. Все-таки надо было, наверное, пятерку брать на столбы. Пожестче было. Зато сама воротина вообще по диагонали никак не бьется. Очень жестко, очень круто и шикарно. Не будет никаких косынок, ничего. Ну и здесь вот у нас получается вот так вот. Вот так калитка у меня открывается. Внизу тут будут еще упорные ножки какие-то. Хитромудрые, чтобы не просто они держали воротину, а еще она на них опиралась. Здесь ножка будет посередине, где петли. Ну и соответственно, вот так вот открывается. О, палочка попала. Вот так открывается вся воротина. Вот такие хитромудрые ворота получаются. И будем обшивать профлистом. Сейчас я снимаю их, обвариваю по пути, зачищаю, крашу. Вот дождик пошел. Ну вот как-то так. Ну все, продолжение следует. Всем удачи, всем пока.